Чувашии создадут высший экономический совет. Он объединит представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Цель – вывести экономику региона на новый уровень развития. Выстроить в республике более четкий и понятный механизм работы с инвесторами и уменьшить административное давление на бизнес. Такие задачи ставит сегодня правительство перед новым структурным образованием. Высший экономический совет должен делать упор на поиск перспективных проектов, предполагающих выпуск конкурентоспособной продукции и создание хорошо оплачиваемых рабочих мест. Наша задача организовать эту работу таким образом, с тем, чтобы на этой площадке у нас собрались, с одной стороны, понятно, органы государственной власти, с другой стороны, это наука, с третьей стороны бизнес и иные институты гражданского общества. Цель – добиться того, чтобы через взаимное проникновение у нас получилась такая научная обоснованная стратегия. С другой стороны, чтобы у нас появились инновационные инвестиционные проекты, которые бы нам как раз позволяли диверсифицировать экономику и создавать новые рабочие места и решать те задачи, которые стоят перед республикой. И с третьей стороны, дать четкий, можно сказать, заказ или посыл, или иную информацию для науки, для высшего учебного заведения, для среднепрофессиональных учебных заведений о том, какие кадры нужны, какие компетенции потребуются в ближайшей перспективе и, соответственно, в дальнейшем. Курировать совет будет депутат Государственной Думы, председатель Комитета по финансовому рынку России Анатолий Аксаков. Выходцы из Чувашии, причем достаточно продвинутые бизнесмены, работающие в IT-сфере, начали уже присылать предложения о том, что с их точки зрения необходимо сделать. Я бы, думаю, так два направления. Первое направление – это предпринимательский климат. Нам надо посмотреть, что есть у соседей, как у нас здесь. Соответственно, положительное восприятие для того, чтобы, бизнесу было привлекательно работать в республике. И не только родному, а и тому, который в других регионах работает. Не секрет, что некоторые соседи переманивают, в том числе и чувашских бизнесменов. Нам надо эту проблему разрешить. Свою работу совет начнет в феврале-марте этого года. Готовится положение о высшем экономическом совете и его составе. Оно пройдет общественное обсуждение. Рифат Фаткулин, Андрей Шоклев, Республика.